Всем привет, с вами Максим. Продолжаем знакомиться с новым контентом под названием «Неземной мир». Меня попросили, игрок с iOS'а попросил зайти добить босса. Я немного удивился, потому что не знал, что этот контент межплатформенный. Поэтому сейчас зайдем и посмотрим, что у нас тут предлагается сделать. Итак, есть исследовательский отряд у меня, но не стоят мобы. Поэтому я сейчас его просто верну. И заново выставлю. Можно будет мобов набрать. Да? Можно ведь? Можно? Отлично, можно. Так, ядро активировано. Ядро активировано. Все, у меня добавились мобы. Не знаю, нафиг они мне нужны. Тут повышается нам отдельная атака здоровья. Лучник также повышает эти бонусы. И еще дополнительно вот здесь в начале боя дает всем союзникам щит. Это сейчас проверим, появится у меня щит или нет. Уменьшает атаку всех врагов. Давайте проверим. Так, мне нужно отдалить карту через Ctrl колесико. В блюстаке это делается. На телефоне просто двумя пальцами. Карта в святилище общая. Здесь получается просто игроки. Нам нужно фармить ресурсы. Как только ресурсы дофармим, надо убивать босса. Когда прогресс исследования карты будет 100%, нужно убивать босса. Босс находится в центре, здесь все пододвинулись. Нажимаем на центральное здание, здесь уже все постройки убиты, то есть босс ослаблен. Кристиан какой-то поубивал всех, и на данный момент он находится... Что тут получается? Участников союза 11 из 50 человек... Вклад 2100, 5, Кристиан 2600. Он пока что на первом месте. Сейчас посмотрим, как это будет работать. Попробуем убить босса. Пропускать боя не будем. Так, что у него тут есть? Бафов нету, потому что убили соседние все здания. За босса дадут 2250 полимерной эссенции, награды рейтинга. Вот тут уже будут фиолку давать за убийство боссов. 10 тысяч кристаллов превосходства за первое место. Ну, неплохо для первой локации. Не знаю, дальше посмотрим. Давайте в бой. А нет, не в бой. Сначала нужно перепроверить команду. Здесь вот нужно зайти и выставить. Так, рога стоят. Все как нужно. Здесь, наверное, даже щит уберем. Поставим вампиризм. Снижение получаемого урона пусть стоит. Крит и урон от навыка. Так, крит. Че крит? Крит урон поставим. Да? Сколько тут? Урон от крита 168. Не надо. Не будем ставить. Вернем обратно урон от навыка. Так, возвращаемся. Остальные вроде бы как бы у меня с колоколами. Все нормально. Все, пошли, погнали. Здесь пресет нельзя использовать, поэтому будем бить без флагов. Так, появилась карта, прогрузилась. Проверяем. Атака. Так, отряд какой? Вот первый отряд. Мы его выбираем. Смотрим, настраиваем. Дополнительно бонусы есть. И будем бить его. Так, здесь надо выбрать. Ага. В радиусе. Ну давай в первую клетку. Продолжить. И этот контент опять, блин... Опять ничего не показывает. Что тут тупой контент? Почему он бои не показывает? Не показывает же, да? Ну-ка, бой, еще раз. 29. Сняли, нифига не сняли. 5,4%. Маловато будет. Так, кого убрать? Я хочу бой вообще-то посмотреть. Да, передвинуться сюда. Опять не показывает. Я думаю, здесь проблема связана с тем, что вот тут вот галочка. Как будто бы прям стоит галочка, которая не нужна. Во. Как будто бы галочка ставится и потом не ставится. Блин, уже убит босс. Ладно, посмотрим сейчас. Может быть, я убил его в прошлом бою? Непонятно. Ну, тут тогда неинтересно смотреть. У нас тут и так команда сильная.
Убьет или не убьет? Не убил. Не хватает урона, да? А чё-то они очень жирные. Ну-ка еще раз. 21%. Так, 21,70. Ну ладно, пропускаем бой тогда. У нас, в принципе, атаки есть. Пропустили. Еще одну атаку. 16%. О, зато иногда лог показывает. Качественный контент. 11,94%. Вот, одного убили. Ладно, будем сейчас бить в одну цель, получается. Они очень жирные. О, у меня пет тут стоит. Так. Ну-ка, формирование команды. Настроить команду. Я не смогу, да, уже поменять здесь, получается. Не смогу. Вне святилища. То есть его надо звать. Кстати, всех мобов поубивали у меня. Видимо, в первом бою. Ну да ладно. Итак, сейчас закончим. Видимо, со следующего раза закончим, да? Да. 0.32. Так, убил... так, момент. Нужно перепроверить. Сейчас и у меня 34% участники союза. Извините, у вас нет прав. Пока что все участники союза, да? Давайте убиваем босса. Победа. Добили босса. Окей. Все, карты нету. Точнее, босса нету, здания. И что дальше? Где тут участники союза? Святилище Зари. А, во, заново появилось. Отлично. Так, что здесь? Все закончилось. Максимальный уровень. Нас 11 человек. Смотрим. Участники союза. Лидер союза все-таки оказался Кристиан, потому что он набрал больше очков. Понятно. Вот так это и работает. Видимо, он поубивал соседние вот эти вот здания, нафармил больше очков, и теперь он лидер. Теперь он может выгонять кого-нибудь и назначать лидерами. Ну, в общем-то, и пока все. Ну вот, убили. И что тут дальше делать? Видимо, нужно ждать перехода в следующую святилище Зари. Или как? Или что? Непонятно. Посмотрим, что дальше будет. Тут нужно встать в фарм ресурсов, которые вам нужны. Выходим, смотрим, что есть по ресурсам. Здесь вот для прокачки нужно сделать кристаллик и вот это, 12 штук. Изготовить. 12 изготовить. И вот этих изготовить тоже 12 штук. И в итоге сколько останется? 6500 коралла. 6500 желудя. 4000 камня. И 3500 снежинок. Снежинки нужны для того, чтобы в просторах ставить маяки. Поэтому имеет смысл пофармить снежинки. В определенный момент нафармите какое-нибудь количество, чтобы они у вас были. Поэтому идем к снежинке. Встаем в фарм. Берем этот отряд. Фарм. Садится сюда. И теперь будет фармиться. Здесь ресурсов 32 штуки. То есть практически в полтора раза больше. Не практически, а в полтора раза больше. Так, и здесь. И мне нужен камень тогда, раз камня было маловато. А где камень? Поделитесь камнем кто-нибудь. Вот, можно кому-то присосаться и начать фармить тоже камушек. Побыстрее выфармим. Кстати, это кто-то, этот кто-то из ССБ. Посмотреть. ССБ Варлайк. Привет, Варлайк. Если ты смотришь. Так, а это кто из... Это кто? Непонятно. Кагами, Баллистик, ССБ... В общем, фармите и фармите дальше.
Да, тут остается только фармить. Больше ничего не надо исследовать. Стоите и фармите. И так карта на 100%, наверное, надо было, наверное, до прилива убить босса, чтобы уйти отсюда. Ну, непонятно. В общем, босс жесткий, долго бить. А может быть, если был бы нормальный пет стоял, то, наверное, было бы побыстрее. Не забывайте также вот выставлять фарм. Не фарм, а крафт отрядов. Потому что энергии вот этой много у вас. Нужно создавать отряды, чтобы они вам помогали. Усиливали ваши составы. И помогали побеждать врагов. Ну, это все коротенькое видео о том, что происходит в Святилище Зари и как этого босса бить. Ну и всем пока.